Ваш любимый проект преображения «Новое я» делают профессионалы своего дела. Все вместе мы собираемся только на экранах ваших телевизоров каждую субботу в 10 утра на канале ТНТ. Такое положение дел поправила корпоративная вечеринка. За большим столом в пентхаус-кафе собрались все-все-все. Но не для того, чтобы встретиться с очередной героиней программы, а для того, чтобы увидеть друг друга в неформальной обстановке. Ну а заодно подвести итоги проделанной совместной работы. Проведение такого творческого тимбилдинга невозможно без проведения командной игры, призванной сплотить и без того дружную команду профессионалов из разных областей, которые, как вы знаете, трудятся вместе над созданием этого телевизионного продукта. Мы остановили свой выбор на популярной сейчас игре «Мафия». Детективная квест-игра «Мафия» является одной из самых нашумевших игр в мире. И вот, наконец-то, у нас в Молдове появился профессиональный клуб «Мафия МД», который предоставляет на высоком уровне данные игры. Что такое «Мафия»? Представьте, 10 человек за круглым столом. Путем убеждений, общения, коммуникации, жестов пытаются убедить в том, что он является мирным жителем. В чем суть игры? Суть заключается достаточно просто. Нужно со стола вынести черных игроков, то бишь «Мафии». Что такое детективная квест-игра «Мафия»? Это, конечно же, атмосфера. Атмосфера 20-30-х годов. Поэтому мы, как клуб, предоставляем определенную атрибутику, которая позволяет войти в атмосферу. Это автомат Томпсона, это, конечно же, маски, это, конечно же, одежда, это, конечно, ведущий, который одет в стиле 30-х. Все это позволяет тебе понять, что сейчас, здесь, ты находишься в Молдове 20-30-х годов. Игра «Мафия» позволяет человеку выявить в себе определенные положительные качества. Качество коммуникации. Тебе необходимо убедить человека в чем-то. И тебе достаточно сложно это получается. Так вот, уникальная возможность. Ты моделируешь ситуацию прямо во время игры. Тебе необходимо назвать себя другим игроком. Тебе нужно убедить твоего напарника в том, что ты являешься не тем, кем ты на самом деле являешься. Мы вместе со стилистами из «Новое я» провели корпоративную «Мафию». И вы знаете, я, наблюдая за тем, как они играют, понял для себя, что стилисты, они являются психологами. Да, хороший парикмахер – грамотный психолог. Мы убедились на деле, с этой старой истиной не поспоришь. Василий Горбачев удивил всех нас своей проницательностью. Членов мафиозной группировки он определил верно почти сразу. Вы знаете, у мафии нет возрастов, у мафии нет интересов. Мафия – это та игра, которая объединяет людей. Мафия – это тренд. Поэтому, если ты еще ни разу не пробовал играть в эту замечательную и полезную игру, то как раз сейчас то самое время, чтобы начать играть.